Спонсор программы – прибор транскраниальной экотерапии BrainW Force IM777, рекомендован для стабилизации давления при мигренях, при снижении потенции либидо, стресса. Успешно способствует похудению, не вызывает побочных эффектов. И завершая, все-таки анекдот, хоть в конце концов кто-то должен рассказать один приличный анекдот за всю сегодняшнюю программу. Не льсти себе. Должен. Окей. Итак, умер пожилой мужчина, и жена решает продать квартиру, распродает все вещи из квартиры, и приходит, она очень любила своего мужа, но объявила распродажу, и вот приходят люди, чтобы покупать вещи, и покупателю, одному из покупателей понравился обеденный стол, он говорит, вот я бы хотел купить вот этот стол. Он говорит, вы знаете, этот стол мне дорог, как память. Дело в том, что у нас с мужем на этом столе были замечательные часы любви. Хорошо, скажите. А вот диванчик вот мне нравится. Вы понимаете, диванчик мне тоже дорог, как память. У нас с мужем на этом диванчике были замечательные часы любви. А вот эта вот тумбочка, вы понимаете, вот тоже как память. Тоже у вас там были... Часы любви замечательные, на тумбочке. Он говорит, да, понимаю. Хорошо, ну люстра, вот хрустальная люстра. Вы знаете, мой муж был такой забавный. Господа, мы закончили третий раунд нашей программы «Я плакал». Напоминаю вам, что спонсор программы – компания «Heide Noise», о продукции которой вы сможете прочитать на нашем сайте. И вы сможете посмотреть как нашу программу целиком, так и отдельные анекдоты из нее тоже на нашем сайте, на нашем канале YouTube и в прямом эфире нашего канала. Спасибо, друзья, и до скорых встреч.